Ничего делайте! За что вы его бьете? Отпустите! Стоять! Объясните, как вы довели до этого, как вы допустили это все? Почему у вас... Стандартная для Москвы ситуация. На месте детского сада, на месте зеленых насаждений пытаются построить элитный дом. Жители уже не первый год ведут борьбу. Сегодня они вышли, приехали активисты разных движений им помочь. Собралось порядка 100 человек. Дело дошло до стрельбы. Сотрудники частного охранного предприятия стали стрелять в воздух, пытались людей оттаскивать в сторону, чтобы избить. Мы хотим здесь провести встречу с депутатом Московской городской думы Митрохиным Сергеем Сергеевичем. Я не понимаю, почему здесь находится столько представителей власти. Когда ломали этот детский сад, ночью никого не было совершенно. Но его сломали ночью, по-воровски сломали, потому что ночью воры обычно воруют. Почему? Вы знаете, да? Чтобы не видно было, чтобы не увидели кто. И вот так же ломали детский сад, и так же пилили здесь деревья. И мы здесь для того, чтобы выразить свое возмущение, свое отношение к этому. Вот тогда, когда здесь идет строительство незаконное, у нас власти не реагируют. Их нет никого. Вот сейчас мы обыкновенные люди, мы никакие не экстремисты. Мы вот в этом доме живем. Чего еще, собственно говоря? Мы здесь собрались. И вот здесь идем много-много-много людей в форме, которые говорят, что вот у вас тут, видимо, сейчас будет экстремизм сплошной. Да у нас экстремизм вот за этим забором идет. Дорогие жители, разрешите вас поприветствовать. Здесь не место этих заборов. Продолжим, мы должны выразить отношение к этим конструкциям. Давайте туда переместимся. Ура! На YouTube потом разместил, а? Конечно. Макеев, давай вперед резерв. Макеев. Начинайте задерживать. Нет, а чего меня сейчас повел? Нет, а чего мне? А что вы делаете? Задерживайте. Внимание, я вас предупреждаю. Прошу зайти. Нарушайте принцип порядка. Почему у вас люди? Что с человеком? Что вы сделали? Что вы сделали? Что вы сделали?
слово! Они все Москвы взяли! Задержите, пожалуйста, ударил человека по лицу! Задержите, пожалуйста! Задержите, пожалуйста! Где эта сука сбежала, которая мне очки сломала? Так, я прошу еще раз задержать человека. Так, вот этого, вот этого. Которого, да, он ушел уже, вот там. Вот он ходит, говорит по телефону. Значит, у вас на глазах убивают людей. Вы защищаете людей, которые называют себя бандитами. На нас нападают. Значит, вы для этого здесь? Я не понимаю. Выполняет обещание, не отвечает на свои слова. Значит, надо снимать человека. Со стороны охранного предприятия применение огнестрельного оружия. Просьба составить протокол. Это очень тяжелое правонарушение. Потому как с ним общались медсестры. У вас провокаторов мы выявим и наведем порядок. Те, которые устроили беспорядки здесь. Парня забрали. Вот мы видим тут некоторых. Милиция, ты за что хватает? Вообще убери. А кто тут стрелял? Мы разберемся, кто стрелял. Сейчас послушайте, что он скажет глава управы. Давайте все-таки постараемся решать возникающие противоречия цивилизованными способами. Приподнимите микрофон. Давайте не будем провоцировать получается. Друг друга и органы правопорядка. А цивилизованными как? А как цивилизованно? Скажите, пожалуйста. Целый год цивилизованно занимаемся. Куда пошли? Смотри, задержан. Милиция говорит, что никто не задержан. Вот люди утверждают, что задержан. А куда идет? Нашел... Отделение вместе? Нет, там говорят, автобусы. Там, собственно, задержанные ребята. Сегодня 8 часов вечера. Ну, в итоге общими усилиями отстояли, никого не задержали, вынудили главу управы района Гагаринский приехать, господин Твердохлебов. И он пообещал завтра провести с представителями инициативной группы встречу, на которой этот вопрос разобрать подробно. Но это небольшой успех жителей сегодня, да, позитивно, что участвовали тут все и местные граждане и активисты самых разных организаций, начиная от ЭКМ, заканчивая Яблоко, был депутат Митрохин от Яблока. То есть идет процесс консолидирования вот этих разных инициативных групп, политической оппозиции, противостояния произволу чиновников. Это очень позитивно. Я думаю, этот процесс надо всячески поддерживать и усиливать. На баррикады, на баррикады, марш, марш вперед, рабочий народ.